Но вот Израиль и Хамас все еще никак не могут договориться, а мирным жителям все чаще приходится слышать сирены, предупреждающие о ракетном обстреле. Больше всего они звучат на юге Израиля. В одном из приграничных городов, где в день до 10 обстрелов побывала моя коллега Динара Бектурова. Прекрасные пляжи Ашдода вновь пустуют. Во время военных действий юг Израиля живет по особым правилам. Главное – избегать людных мест и держаться поближе к бомбоубежищам. Ашдод – город в 20 километрах от Газы. Значительная часть ракет, выпущенных Хамасом, приходится именно сюда. 150 тысяч человек вот уже месяц живут в постоянном напряжении. Инструкцию, как себя вести в случае обстрела, знают все – от мала до велика. Вот звучит сейчас сирена, и мы направляемся в безопасное место, где люди пережидают бомбежку. За время съемок этого сюжета нам три раза пришлось спускаться в укрепленное место, где все разговоры напоминают военные сводки. По лицам видно, люди уже устали и хотят мира. Обсудив последние новости, все расходятся по рабочим местам. И лишь этот человек, Арье Итах, знает все о самой нестабильной переменной в Израиле – безопасности. Безопасность жителей – это главное. У нас есть четкие инструкции службы тыла, которым неукоснительно следуем. По всему городу установлены камеры, и все службы, пожарная, скорая, оперативно реагируют и выезжают в те места, куда упала ракета. Школы и детсады пока работают в штатном режиме, но в мэрии Ашдода не исключает, если военные действия не прекратятся 1 сентября, двери школ не откроются. Местные жители сетуют, это лето дети провели в четырех стенах. Закрыты лагеря, а до моря хоть и рукой подать, но приходится довольствоваться лишь хорошим видом из окна. Мы вернулись к тому, с чего начали. По требованию службы тыла закрыты рынки, отменены массовые мероприятия. Вновь открыты бомбоубежища. Работают горячие линии в мэрии. Если обстрелы не прекратятся к началу учебного года, детям придется учиться дистанционно, то есть дома. Но мы надеемся, что этого не придется делать. Отзвучала сирена, и город возвращается к мирной жизни. Или скорее к ее имитации. Израильтян надежно защищает система ПРО, железный купол. Но все предпочли бы не защищенное, а мирное небо. Динара Бектурова, Сергей Услендер, Израиль.